Итак, за истекшие сутки во время аварийно-спасательных работ на трассах республики и снежных заносов было эвакуировано 338 человек, 15 из них – дети. А вот юных хоккеистов павлодарской команды «Иртыш» спасли жители поселка Степное озеро Российской Федерации и силы МЧС. Автобус, на котором ехали ребята домой, сломался в Алтайском крае России. Местные жители сразу бросились на помощь юным спортсменам. Спасатели МЧС России эвакуировали ребят с автострады в местный клуб культуры и предоставили им горячее питание. Уже ночью ребята были дома, в Павлодаре, и поблагодарили всех, кто помог им в дороге. Было, не холодно, нормально было, никто не замерз. А нас отвезли быстро, мы сели, доехали. Мы там легли спать, нас тренер подбадривал, никто ничего не переживал. У всех было все хорошо, все даже были с позитивом.